Меркушина. На Новый год посмотрим уральских пельменей. Украинская биатлонистка рассказала о планах на предстоящие праздники. Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина подвела итоги уходящего года. Слава богу, этот год заканчивается. Тяжелый он получился, напряженная подготовка к Олимпийским играм в Корее. Да, чемпионат мира с серебром в эстафете тоже в этом году был. Но знаете, как в песне, было, было, было и прошло. Новый год мы, биатлонисты, отмечаем в рабочем режиме. Лично я так вообще года по Пасхам считаю. Великий пост заканчивается, подходит к концу сезон, вот тогда можно праздновать. Этой зимой пыталась слепить снеговика в Норвегии, но снег был еще не тот. А в снежки мы не играем, мы ими тренеров закидываем, если сильно достают. Новый год будем встречать скучно и опять в поклюке. Думаю, как и в прошлый раз, посидим немного. Лично я выпью красного вина. Может, посмотрим уральских пельменей. У них веселое новогоднее шоу обычно бывает с разными житейскими ситуациями, в которые ты сам зачастую попадаешь, поэтому со стороны выглядит очень смешно, приводит слова нашей спортсменки СЭ в Украине. Ранее молодая биатлонистка Дарья Блажко заявила, что хочет представлять Украину на международных соревнованиях. По материалам сайта news.com.